Жінка, доля якої подарувала другий шанс. Заступниця голови єврейської спільноти Мукачева Алла Агафонова розповіла нам про єврейку з Мукачева Роду Вайс, яка побувала у одному з найбільших концтаборів Освенцим, та якій все ж таки вдалося вижити. Вона разом з сім'єю, потім її була фамілія Рофт, тому що вона вийшла заміж за Рофта. Она вместе с семьей, то есть братья, ее сестры, отец и мать были отправлены в 44-м году в Освенцим. Когда приезжали в Освенцим, там как бы было, ну что ли, две шеренги, я даже не знаю, как это сказать, два направления. Одно направление прямо шли в газовые печи. Туда кого отправляли? Больно говорить об этом. Отправляли женщин, детей, стариков, то есть те, которые они видели, что это не сильно рабочие, что они не представляют себе такую рабочую массу, которую можно эксплуатировать. И вот она была еще девочкой, и она взяла за руку своего отца, он уже был в возрасте. И как раз они должны были идти в газовую камеру. Но почему-то или она понравилась эсэсовке, я не знаю почему, но эсэсовка взяла ее за руку, оторвала от отца и бросила ее в ту шеренгу, которые шли, где были рабочие. А там было и две сестры. И они сразу увидели и поставили ее между собой. Таким образом она осталась жива. Багаточасові роботи, тварини ставлення та заходи винищення призводили до захворювань, після яких наздоганяла і смерть. Проте і в цій ситуації маленькій дівчинці вдалося вижити. І вона мені потім, коли я з нею часто спілкувалася, вона мені багато розказувала, что она болела тифом, там были заболевания тифом. А тех, которые только заболели, их сразу отправляли в тот барак, из которого напрямую дорога была в газовые печи. Но сестры, зная об этом, они ночью, рискуя жизнью, это целая история, они выломали там каким-то образом не дверь, а такая, доски такие были. Они выломали доски, нашли ее и потихоньку ее забрали, опять привели туда, и она вот там, они ее прятали. И таким образом она осталась жива. И вот у нее на руке, вы видите, номерный знак, который все ставили. И, конечно, в память о ней, но ее отец и мать погибли. Поэтому Рофт Александр Семенович говорит, что он не знает ни своих дедушек, ни бабушек. День пам'яті відзначають на 27 січня. Саме в цей день 1945 року було звільнено концтабір Освенцим, де утримувались євреї та інші народи. Винищення євреїв проходило у кілька етапів. Чому це відбувалося в цивілізованій Європі та що підштовхнуло до такого тваринного вчинку, міркує пан Олександр. Равнодушие. Равнодушие тих, хто окружав їх. Ви представляєте, до 1933 года евреи в Германии, в Польше, в Европе, они занимали ведущие позиции, были банкиры. Они жили со всеми, кто окружал, ну, кто жил в тех народах. И вдруг с 1933 года запускается этот ужасный план, состоящий из трех этапов. Евреи не имеют права жить среди нас, как евреи. То есть отбирали все имущество, бизнес. То есть их лишали всех гражданских прав, распространялись ложные слухи и анекдоты, чтобы люди, которые жили рядом, начинали просто ненавидеть и обвинять евреев в том бедствии, в котором они сами находились именно в Германии после Первой мировой войны. Второй этап уже начал более жестокий, что они не имеют права жить среди нас. И их начали свозить в определенные места и за колючую проволоку. Потом третий этап, он начался в 41-м году, что они не имеют права жить. С 41-го года началось тотальное уничтожение евреев. Сначала были расстрелы, они поняли, что не хватит патронов, не хватит сил и времени. И уже было изобретено концлагеря именно с газовыми камерами, где евреев, которые привозили на работы, на исправление, завозили в душ помыться, пускали газ, они умирали, и в крематориях сжигали. На території Мукачева перебувало два гетто. Та у наші дні народ єврейської національності не має дискримінації та відчуває себе комфортно серед інших. Але кажуть, біль від пережитих подій залишився у кожного тогочасної родини. Завжди це у мене от тут, тому що у мене погибли багато. Це, розумієте, пам'ять як? Пам'ять – це не значить говорити. Це значить от тут от мати в серці. Кожен із нас повинен пам'ятати про події, які сталися, аби запобігти такому перебігу і на зараз. Бути толерантним та людяним один до одного, аби не завдавати болю іншим.